Гадаете, что подарить друзьям и любимым? Оригинальные презенты к любому торжеству от компании «Полиграфика». Пазлы, магниты, кружки, брелоки, коврики для мыши, подушки, футболки и толстовки с любым изображением или фотографией. Компания «Полиграфика» – это все виды фотопечати, наружная реклама, изготовление баннеров, а также визитки, флаги, штампы с фирменным логотипом или брендом. «Полиграфика», улица Бабушкина, 123. Кафе «Кристалл» – это три вместительных зала с экзотическим интерьером, ароматы традиционных китайских угощений и живая музыка. Завтраки из блюд европейской кухни до 200 рублей. Кафе «Кристалл», улица Бабушкина, 42А. В эксклюзивном салоне «Искушение» самые популярные бренды и шоколад класса премиум. Полезные сувениры и ароматные подарки. Уникальные шоколадные скульптуры ручной работы. Открытки, картины, конфетные букеты. Для детей аппетитные раскраски или карандаши. И, конечно, яркие подарки для всех. Натуральная косметика, органическое мыло ручной работы. Целые букеты мягких игрушек, торты из памперсов и полотенец. Поддайтесь удивительному искушению. Еще немного и начнет пригревать солнце. Все позеленеет, зацветет, запоет. Но так не хочется ждать. Что ж, можно создать себе весеннее настроение уже сегодня. Тем более, что сделать это совсем легко. Для начала вспомните, с чем ассоциируется у вас весна. Цветами, подарками и романтическими отношениями. И начинайте действовать. Для начала купите небольшой букетик цветов и поставьте его на своем рабочем столе. На все вопросы коллег, естественно, отвечайте загадочной улыбкой. Еще лучше, если цветами вас радует ваш любимый мужчина. Весной в душе каждого мужчины, пусть и самого брутального, просыпается романтик. Если вы хотите очаровать свою возлюбленную, преподнесите ей цветы. Совсем не обязательно дарить огромный пышный букет. Весна прекрасна в скромности и нежности. Миниатюрный букет из весенних цветов, примул, крокусов, астромерий и тюльпанов придется по вкусу вашей избраннице. Дополнить красоту подарка и оставить вкусные воспоминания помогут сладкие наборы. Оригинальные и веселые для любого праздника. Восхитительный аромат и вкус настоящего шоколада понравится каждому. А еще у нас в салоне есть небесные фонарики. 20 минут полета, 200 метров высоты, и ваша мечта сбылась. Рассказать о своей любви красиво вам помогут наклейки на цветы. С их помощью каждый бутон приобретает смысл и выразит ваши чувства. Признание в любви, пожелание счастья или просто душевные и ласковые поздравления – все это превращает цветы в дорогой, желанный подарок. Порой самый неожиданный подарок наиболее приятен. Подарите своим близким сувениры. Любители шуток не оставят без внимания забавные пепельницы, кружки, шкатулки, фигурки животных. Для поклонников так называемого хендмейда – коллекция кукол, сделанных своими руками. Существует легенда, что одна маленькая девочка забросила на крышу пряничной фабрики свою игрушку. Та проезжала там долгие-долгие годы, напиталась запахом шоколада, корицы. И когда ее нашли, она была с эффектом вот с таким состаренности. И поэтому сейчас современные пряничные игрушки стараются делать именно из этой ткани и с запахом кофе, корицы, шоколада. В салонах цветов и подарков «Колибри» вы найдете презенты на любой праздник и для самых разных людей. Для удобства покупателей салоны «Колибри» находятся не только в центре, но и в отдаленных районах города. Весной хочется быть красивой и неотразимой. Вы можете изменить цвет волос или прическу, записаться на маникюр к массажисту и в солярий или сделать все сразу, полностью преобразившись и изменив свой имидж. Красивые и ухоженные волосы – естественное украшение каждой женщины. Но зимой наши волосы становятся ломкими, теряют красоту и блеск. Можно ли вернуть их к жизни? Бесспорно, с помощью восстанавливающей системы, созданной специалистами японской компании Lebel. Название ее говорит само за себя – «Счастье для волос». Это новейшая спа-программа по лечению, восстановлению волос и уходу за кожей головы. Уже первая процедура «Счастье для волос» даст видимый результат, который сохранится несколько недель. Мастера-парикмахеры нового спа-салона в совершенстве освоили эту поистине чудесную технологию. Недельный семинар по изучению полного спектра косметики, красителей домашнего ухода и системы восстановления волос провел технолог-эксперт бренда Lebel из Москвы. Я очень рад, что жители Забайкальского края смогут
познать все ценности японского ухода за кожей головы и волосами благодаря спа-центру «Счастье для волос», самого первого спа-центра, который привез сюда косметику марки Label. Восстановление разделено на несколько этапов. Результат – по-настоящему здоровые, густые, эластичные и блестящие волосы, которые действительно счастливы, как и их обладательница. Придя сюда, я обрела счастье для своих волос. В салоне есть серия средств для домашнего ухода. Очищающие муссы, термальные спреи и витаминные эссенции с легкостью можно применять самостоятельно. Весна – время подготовки к лету. Пора начинать восстановительные процедуры не только для волос, но и тела. С помощью профессионального массажа делаем кожу упругой и подтянутой. Ну и, конечно, позаботьтесь о своих ноготках. Здесь же, в кабинете маникюра и педикюра. Красота – это первый шаг на пути к успеху, достичь которого вам помогут приветливый и опытный персонал спа-центра «Счастье для волос». К услугам посетителей программы интенсивного восстановления волос, все виды парикмахерских услуг, модные стрижки, укладками, средствами криотермотерапия, стойкое окрашивание, услуги фитоламинирования, биоламинирования, кабинет ногтевого сервиса, кабинет массажа. Цены вас приятно удивят, а порадовать своих близких вы можете, приобретая подарочные сертификаты на услуги спа-центра. Будьте счастливы от кончиков ногтей до кончиков волос. Спа-центр «Счастье для волос», улица Журавлева, 15. Пора менять серию зимней косметики на весеннюю. В ней содержится больше витаминов, так необходимых нашей коже в этот период. Купите себе духи или гель для душа с ароматом весенних цветов и наслаждайтесь. Подарок – это прежде всего комплимент, который можно выразить по-разному – открыткой, букетом цветов, памятным сувениром. Женщины любого возраста оценят подарок, сделанный от души. Если решили подарить набор косметических средств или парфюмерную воду, вы на правильном пути. Ведь в женской косметичке не бывает ничего лишнего. Кремы, маски, пилинги, шампуни и кондиционеры известных брендов для всех возрастов. Гели для душа с натуральными маслами и нежное молочко для тела помогут уставшей коже стать мягкой и увлажненной. Шарики для ванны, ароматные бомбочки успокаивают и снимают стресс. Все это можно подарить как отдельно, так и в наборе. Сеть магазинов «Копейка» – это оригинальные подарки к любому случаю. Средства для ухода за кожей, антивозрастная и декоративная косметика для женщин, подарочные наборы и парфюмерия для мужчин, бижутерия и детская косметика с любимыми героями мультфильмов для самых маленьких. Ароматные подарки в сети магазинов «Копейка». Улица Новобульварная, 9, Комсомольская, 105, КСК 5 микрорайон, дом 33 и Ленина, 43. Уже сейчас нужно подобрать вещи для весеннего гардероба, ведь так приятно после теплой многослойной одежды облачиться во что-то легкое. У этой весной модно все классическое и практичное. Именно весной, когда природа расцветает и привлекает своей свежестью и чистотой, так хочется быть ослепительно яркой и чарующей. Модная и красивая одежда в первую очередь должна быть комфортной. Платье из трикотажа – это одна из самых удобных и универсальных моделей одежды. Преимущества трикотажа неоспоримы. Эта ткань не мнется, легко отстирывается, а также очень приятна на ощупь. Она обладает загадочным свойством смотреться по-разному на разных фигурах при совершенно одинаковом крое. Мягкие складки трикотажа изящно драпируют по фигуре, помогая скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Приталенные модели хорошо подчеркивают стройность, а свободный или прямой крой визуально создаст соблазнительную линию бедер. Трикотажное платье с гармонично чередующимся рисунком, рукавом 3/4 и круглым вырезом – уникальное решение не только для офиса. Добавляем ремень, и стильный вечерний образ готов. Большинство платьев из трикотажа универсальны и подходят для нескольких сезонов. Например, летнее платье в сочетании с лосинами и водолазкой можно носить даже зимой. Трикотажное платье облегает фигуру, но не сковывает движение. А покупка такого наряда решит проблему как офисной одежды, так и для вечеринок. Скоро весна, а значит буйство цвета и красок. Необычный приталенный жилет и прямые брюки темных оттенков разбавляем водолазкой или блузкой яркого цвета. Легкие платья Макси и платья расцветки Багульник поднимут настроение и сделают весну еще ближе. Магазин одежды «Ваш фасончик» спешит поздравить женщин с чудесным праздником весны и приглашает за нарядными покупками. Модная одежда для женщин, молодежная стильная коллекция, нарядные и повседневные платья. Отличное российское качество. Выглядеть неотразимо легко, если это ваш фасончик.
Обязательно купите пару комплектов нижнего белья. Оно воплощение весеннего настроения и радости пробуждения. Есть известное высказывание: красивое белье, как высшее образование. Хоть и не видно, но самооценка повышает. А ведь действительно, так оно и есть. Нам вовсе не важно, видит на нас кто-то эту ажурную красоту или нет, ведь мы-то знаем, что на нас надето. Сколько комплектов белья должно быть у настоящей женщины? Ну уж точно не один. Ведь каждый наряд требует своей модели, особенно праздничный. Для миниатюрной женщины подойдет бюстгальтер модели Push-Up. Грудь в таком бюстгальтере кажется больше и выше. А вот даме с пышным бюстом лучше приобрести модель с мягкими чашечками и широкими бретелями, которые хорошо поддерживают грудь. Бюстгальтер-трансформер – идеальный вариант для вечерних платьев. Его бретели принимают несколько разных положений или вовсе сделаны из силикона. Цветовая гамма на ваш выбор. Белье белое, разноцветное с орнаментом, нежных пастельных тонов, с изящными вышивками и тонким кружевом. В арсенале любой женщины обязательно должны быть шелковые или шифоновые пеньюары. Красивые халаты, соблазнительные и сексуальные сорочки непременно найдут отклик в сердце мужчины. В отделах дамского белья «Лолита» есть модели для роскошных и хрупких дам. Что же делать женщинам, чья фигура далека от совершенства? Здесь на помощь приходит корректирующее белье. Современные материалы и специальные плетения позволяют сделать ношение такого белья комфортным. При этом оно увеличивает грудь, приподнимает ягодицы и утягивает живот. В отделах дамского белья «Лолита» коллекция эротического белья. Если вы еще не решили, что подарить любимой на 8 марта, есть прекрасная возможность сделать подарок и ей, и себе. Полупрозрачные материалы, тонкие кружева, заманчивые рюши и банты делают это белье настоящим произведением дизайнерского искусства. Корсет – интригующая деталь женского гардероба, подчеркнет достоинство вашего силуэта. Милые дамы, будьте чувственны и желанны, а вы, дорогие мужчины, помните, что комплект роскошного белья – это лучший подарок для любимой женщины. Отделы дамского белья «Лолита», улица Амурская, 82, магазин «Ястреб», Ленина, 108, торговый центр «Галерея». Милые дамы, поздравляем вас с наступающим праздником весны. И неважно, чем вы решите побаловать себя в ожидании теплых деньков, главное, чтобы это повышало настроение и радовало, как весеннее солнышко. Гадаете, что подарить друзьям и любимым? Оригинальные презенты к любому торжеству от компании «Полиграфика». Пазлы, магниты, кружки, брелоки, коврики для мыши, подушки, футболки и толстовки с любым изображением или фотографией. Компания «Полиграфика» – это все виды фотопечати, наружная реклама, изготовление баннеров, а также визитки, флаги, штампы с фирменным логотипом или брендом. «Полиграфика», улица Бабушкина, 123. Кафе «Кристалл» – это три вместительных зала с экзотическим интерьером. Ароматы традиционных китайских угощений и живая музыка. Завтраки из блюд европейской кухни до 200 рублей. Кафе «Кристалл», улица Бабушкина, 42А. В эксклюзивном салоне «Искушение» самые популярные бренды и шоколад класса премиум. Полезные сувениры и ароматные подарки. Уникальные шоколадные скульптуры ручной работы. Открытки, картины, конфетные букеты. Для детей аппетитные раскраски или карандаши. И, конечно, яркие подарки для всех. Натуральная косметика, органическое мыло ручной работы. Целые букеты мягких игрушек, торты из памперсов и полотенец. Поддайтесь удивительному искушению.